Это было последнее видео из этой квартиры. Хорошо, мама пришла. Я не прям при ней. У нас последний завтрак на руинах. Нету ничего, ни стакан сахара. Нет, воды выпить, да? Вон стакан твой занят. А я хочу воды пить. Из ладошки пей. Я вместо сахара положила кокосовое масло остатки. Какое кокосовое? И кокосовое. Банан. А, это арахисовая паста. И банан добавлю. У нас даже чашек нет. Чтоб а ложки-то хоть есть? Одна. Ложки одна. По очереди будем есть. Нина, где-то муть большая есть. Вон еще одна маленькая. И сейчас банан еще порежу сюда. И не кофе, а чай. Скромненько. Да уж, каша без сиропчика. Редкостная гадость, конечно. Это мое чудовище решил последний раз поспать в своей кроватке. Я, пожалуй, тоже прилягу. Его никак не выгнать. Мне ты так спишь просто сладко, как никогда. Последний раз в нашей любимой кроватке. И у меня тут Вовчик как раз шевелится на тебя. Вот он тут. О, привет. Тут и Мака, и Пиля ему привет передает. Еще трогай. Сейчас, хорошо. Он закончит, он быстро. Абсолютная тишина. Да. Положи в эту руку телефон, а этой трогай. На. И кайф мой хорошенький, да? То, что раньше было доступно совсем немногим, теперь могут увидеть все желающие. И здесь вам показывают, где находится 90% мирового запаса. Странно, обычно вот здесь и тут. Тут же голова. Да? Теперь спустя как минимум 45 минут. Уже вниз головы, да? Искушенного путешественника удивить все труднее. Тренд сезона экскурсии на действующие заводы потом вниз. Мы только что пришли к родителям переносить вещи. Вообще в шоке. Представляете? Пытались залезть к родителям в дом. Хорошо, мама пришла. И они прям при ней убежали. Пытались скрыть дом. Что-то упало, кувалда. И я вон там смотрю, один стоит, выглядывает. И смотрите, видишь, закрыто. Вот сволочи, а. А калитку как они смогли? Они перелезли через забор и закрыли на щеколду. Да. Это мама уже открыла. Я же стою, не могла зайти. Ой, ну вообще все трясусь. Ну хорошо, не вскрыли. Ага. Замок хороший у вас. Еще, ну чуть-чуть бы им и скрыли бы, да? Ну смотри, тут работа. Если бы время дали. Да. Вот сволочи. Че, вызывать милицию? А? Или а бесполезно? Что она сделает? Вызывать? Отпечатки пусть здесь хотя бы знают. Сигналку надо ставить. Сигналку надо ставить. Она, завтра будет... она за 5 минут приедет. Ну, я домой пришла потеплее одеться. Саня вызвал милицию. Кстати, моим родителям лезут уже во второй раз. Я, с одной стороны, рада, что мы переезжаем, и квартира будет под присмотром дом. Но мы в любом случае будем менять дверь на 2 замка и поставим сигнализацию. Это без разговоров. Не очень хорошее настроение, конечно. Но мы продолжаем наш переезд там пока. К родителям сейчас милиция приедет. В общем, возможно, мама поедет еще там куда-то на опознание. На фоторобу. Да. А, вот. Мы сейчас максимально загрузимся и все уже. Мы прощаемся с нашей квартирой. Последний рум-тур. Пустой квартирой. Наша кухня, прощай. Мы больше с тобой не увидимся. Мои капкейки, я их люблю. Я не знаю, такие обои больше не продаются. У меня голова мокрая, на улице дождь. Наша кроватка. Мой матрасик любимый. Шкаф.
эхо, шторки мои родные, которые я стирала, отбеливала. Ты там про носки свои забрал? Гардеробная, которой я толком и не попользовалась, и даже не успела ее оформить так, как я хотела. Моя родная, прости меня, пожалуйста, моя квартира, что я тебя бросаю. Больше мы не будем сидеть на этом диване. Больше мы не будем играть на этом полу. Катюня, тебе свекла нужна? Нет, можно ее выбрасывать. Я, конечно, была очень счастлива в этой квартире. Я ее очень любила. Я всегда говорила, что я настолько люблю свою квартиру. Меня очень все здесь устраивает, но не хватало всего лишь одной комнаты. Мой балкончик. Я так обожаю этот пол на балконе. А новые хозяева хотят застелить этот пол какими-то коврами. Им он не понравился. Я не знаю, как может не нравиться. Я обожаю все в этой квартире. Здесь все сделано с душой. Веревки. Вот эти вот сетки, которые сделали для попуги, чтобы попуга не улетел. Ладно. Главное, что у родителей все нормально в итоге. Нужно их тоже поддержать. Сейчас все соберем и все, больше сюда не вернемся. Так что это было последнее видео из этой квартиры. И собаки. И Лешек, ты теперь будешь во дворе гулять. Надеюсь, тебя вороны не заклюют. Эй, хорошка мой, зайчик мой. Где мой хороший? Да, да, да. Это в гараже есть что-то, что в гараже? Вот, есть. Вот это еда, вот самое главное. Вот это еда, да. Завяжи хотя бы, завяжи хотя бы. Мои лекарства. Они надо. Сюда не влезут. Побери, можно выкинуть. Мама, получается, Катина идет домой, начинает калитку открывать, калитка снутри закрыта, из ворот трое выпрыгивают, короче. Ага, замок расковыряли дверной, не успели открыть дверь. Уже у двери, то есть уже там были, но зайти не успели. Все с собой захватило, это остальное вывезет Саня. Пока, моя девочка. Собаки. Еле-еле в итоге открыли дверь. Отпечатки сняли у нас. В общем, вот так вот выглядит замок. Сейчас будем теперь менять дверь, замок. Анфиса, ты все слышала, все знаешь и хоть бы пикнула. Эх ты! Очуметь, сколько здесь вещей. Наша квартира уже абсолютно пустая. Эхо. О. Да. Посмотрите, мы пришли на последнюю ревизию. Меня проверяют. Ага. Может, ты что-нибудь забыл? Поспать я забыл здесь. Ага, нет, ты не забыл, ты сегодня поспал. Сегодня поспал. Отводка нету. Как, давай сюда. Ну еще. Ага. Забирайте. Все пусто, я даже машинку протерла сегодня. Да, я отодвигал диван, достал оттуда паровозик и лего кусок. А, там шарики были? Нет, да? А, мама вчера достала. Пустая квартира. Ну, прикольно она выглядит, да? Пустая, она еще лучше выглядит. Да. Классно. Минимализм. Да. А, этот робот-пылесос забрал, да? Ревизионная комиссия. Ну там я проверяла уже. Там я тоже проверяла. Прощай, квартирка, еще на последний раз. Вот букварь. Вот мамочка, что-нибудь да найдет. Как ты могла забыть Климосика букварь? Ты же забыл. Я забыл? Я думал, ты его давно забрала уже. Ну-ка. Вот наша спальня.
Прощай, моя спаленка родная. Мне было здесь хорошо. Она сказала, что сюда... Это что, коробка? Кресло поставить, кресло качать. Выбросите коробку. Да пусть стоит. Ну ладно, с Богом, давайте, дети. Спасибо этому дому. Поедем в другой. Поедем дальше. Поедем дальше. Это наша кухня. Пустой холодильник. Без всяких наклеек. Саня, за холодильником, может, что-нибудь нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, компаньоны, вам на подселение. Полдела собрать. Все, а еще теперь тут разложить надо. Вот заполнили полный морозильник. Холодильник тут наполнился. В общем, у нас тут еще много всего. Моя сумка в роддом наготове. Сани, первый ужин. Наконец-то. Такая вкуснятина. Устал? Mm-hmm. Бедненький. Камера. А вот я другую нашла. Мне кажется, мы никогда не разложим. Клим, что случилось? У бабушки Гали сломалась замок в Алиске. Да, ты видел, как сломали? Кошмар, да? Да. Представляешь, какие люди бывают на свете? Плохие. Да. Смотри, у нас пилотик и Мака теперь тоже здесь. Да. Они рады. Ты рад, что ты здесь будешь? Иди посмотри, давай, где твоя привет, кроватка. Целуй бабулю. А? Почему ты не здороваешься? Привет. Мой ходилосенький ты. Вон, вот моя кроватка. Угу. А что, один буду здесь спать? Нет, ты будешь с папкой на полу. А-а-а. А я буду здесь. Ну, можно на твоей кроватке? Ты мне уступишь ее? Да, уступлю. Конечно, зауступлю. Мама, смотри, что у меня. Классная машинка, зайчик. Три. Что, машинка, да? Три. Все. Мама. Да, класс. Клим, не надо прыгать. Наш надувной матрас оказался маленький. Что, тебе простыть руку только и все, да? О-о-о! Все, упасть как нефиг нафиг. А падать-то высоко. Как переворачиваться? А, не, можно, но... Ох, ёпта. Ну, поспишь одну ночь и скажешь потом, как тебе. Как? Нет, Саня, надо на диван нести. Мак. Диван надо нести, ну. Конечно, не дело. Вы бедные, там у меня спали. Сайбель будет по соседству. Со мной. Подселенец. Ну, в общем, Клим хотел остаться. Нужно что-то придумать для того, чтобы Клим мог оставаться с нами. Придумаем. Постели наши готовы. Я уже тоже искупалась. Делаю зарядку. Саня пытается настроить интернет. Собаки в шоке. Почему-то Пиля особенно. Пиля, кстати, тут не жил, да, ни разу? Мака-то жила. Пили нет, поэтому он больше всех. Да пили главное, что ноги. Ох, вы мои щелбоки. Главное, чтобы Сайбель был рядом. Хочу вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку, за добрые комментарии, за веру в то, что следующая квартира будет еще лучше. Я тоже в это верю. Спасибо вам. Всем пока-пока.